18 лет! Я в твоем возрасте не целовался даже еще. Понимаешь? Ну, так себе достижение. Евгений Алексеевич звали? Да. Турок мою дочь девственности лишил. Ну и что, убить его? Звони ребятам. Так, все. Успокоились, выдохнули. Не порим горячку. Думаем, как развернуть ситуацию в свою пользу. Между прочим, детей заводят тогда, когда мужчина и женщина любят друг друга. А не тогда, когда случайно в кустах перепихнулись. Она не понимает, о чем ты мне еще про пестики и тычинки расскажи. Во-первых, не в кустах, а во-вторых, вы так орете, как будто бы я не с турецким султаном переспала, а с нашим охранником. Паша, извини. Все телки мечтают, чтобы он на них женился, а он меня выбрал. А, ты думаешь, он на тебя женится сейчас, да? У него таких дур, как ты, по всему миру, знаешь сколько? Я не они. И ты можешь сделать так, чтобы он на мне женился. Интересно, это как? Скрутить его, насильно в ЗАГС привезти? Сейчас не 90-е. Ты можешь дать ему долю в своем этом парке развлечений. Будет у нас семейный бизнес. Нет. Тогда я продолжу дальше тебя позорить по всему городу. Рожу тебе бастарда, как в «Игре престолов». Что она сказала?